Здравствуйте, наши дорогие зрители! С вами Виталий Хомутов, и мы продолжаем знакомить вас с ответами на ваши вопросы в рубрике «Вопрос дня» Олегу Зубкову на его личном блоге. И сегодня вопрос от нашей подписчицы Татьяны Фрейдман. Добрый день, Олег Алексеевич! Как же здорово в этом году все львы распределены по зимним вольерам. Мне вот интересно, как вообще этот процесс происходит? Выбираете ли специально, кто с кем будет? Или это по-другому как-то получается? Ответ. Здравствуйте, Татьяна. Львы в этом году были вынуждены зайти в зимние вольеры раньше времени по причине того, что в саванне производятся строительные работы. У нас в Крыму сейчас плюс 15 градусов по Цельсию. Кстати, и тепло продержится по прогнозу как минимум до Нового года. А зашли львы в зимние вольеры легко и быстро, буквально за 15 минут. Распределились они сами, зайдя в зимние вольеры теми же прайдами, что жили в саванне. Парку Тайган уже 10 лет, и у нас в этом плане уже все давно налажено. Кстати, не исключаю возможности, что львы Тайгана в декабре еще выйдут опять в саванну. Уж больно тепло и хорошо сейчас в Крыму. С уважением, Олег Алексеевич Зубков.